Важное место, как же. Это вам пригодится. Сюда, пожалуйста. Куда вы меня ведете? Вы неразговорчивы. Детектив Кастеланос, у вас есть такой ключ? Это ключ от дверцы шкафчика. Все содержимое ваше. Пожалуйста, возвращайтесь, когда захотите.
Похоже, мне нужно спуститься. Заперто. Нужна ключ-карточка. Припасов нет.
Ощущение сознания подопытного. Симптомы – острая боль в стволе мозга у точки введения. Затем по мере расширения капилляров – постепенно усиливающееся кровотечение. Со временем деградация эго порождает сильные суицидальные тенденции. Подопытные забывают, кто они, становятся податливыми, словно глина, и их можно превратить в мое подобие. Но не в меня. Что-то не дает мне полностью удержаться внутри.
Джозеф! Слава богу, ты цел. Не знаю, кто я, но явно не цел. Ты меня сюда принес? Боже, что случилось? Голова словно... Ты это слышишь? Нам нужно уходить. Идти можешь? Да, я... Джозеф! Теперь мне лучше. Надо выбираться, да поживее. Начеку. Thank you.
Хитро. Зачем ее вообще заминировали? А пройти-то мы тут сможем? Отойди. Попробую обезвредить. Что это за звук? Какой-то будто электронный. Джозеф, после случая с Коннелли я подумал... Я не знаю, что на меня нашло. Я плохо себя чувствовал, но... Слушай, давай сначала выберемся. Здесь творится какая-то чертовщина. Да. Давай побыстрее.
Нет, нет, не туда, нет. Нет, нет, не туда, нет. Столько новых пациентов, и никто не выписывается. Отпустите меня! Отпустите меня! Хорошо, 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 хорошо. У вас скверный вид. Берегите себя.